Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в игру Full Metal Furies. Так, я выбираю себя, естественно. Так, танк у нас 6-й уровень уже, и нам нужен воин. Так, боец 6-го уровня. Но это мы не будем читать, уже читали в свое время, так что давайте это пропускать все. И уже пойдем на основную сюжетную линию. Нам дальше нужно проходить, зарабатывать деньги, учить скиллы и разбираться с титанами. Давайте пойдемте с вами на карту. Отлично. Так, и здесь у нас... Ага, смотрите, у нас открылась карта дальше. Царские сады. Ну что же, давайте посмотрим, что это за сады у нас такие. Все, это последняя дорога, она приведет нас к Минетию. Эрин заранее узнала погоду, эта белая пелена никуда не денется. Конечно, она повлияет на видимость, но мне все равно вообще тяжело видеть хоть что-нибудь. Понятно, такой снегопад, а ты снайпер у нас. Ёлки-палки, бочки не успел разбить. Ладно, надо этих вояк как можно быстрее разбить, потому что они любители тут мечами своими подсечки делать. Ага, еще и турелька здесь. Эх, жалко, у меня нет такого кругового удара, как у бойца, да, ребят? Но зато у меня есть защита щитом. И это очень хорошо, кстати. Так, минус один. Давайте вот так вот. Замечательно. Сразу двоих накрыл. Боец-молочек. Что у нас здесь? Турели. Ну, здесь мы проскочим. Ага, замечательно. Что нас здесь ожидает? Опять турели. Куда это они там стреляют? Наискосок. Ладно, мы пока с вами посмотрим, что у нас в бочках. Так, деньги. И пока ничего хорошего. Надо здесь пробежать, ребят, вот так вот в уголочек. И вот здесь выбегаем. Опа! Нормуль получилось. Ничего не скажешь. Ну, а мы с вами будем подниматься выше. Ага, солдат прибыл. Ладно, сейчас мы его... Оу, только не вот эти охламоны невнятные, а? Они же сейчас тут меня будут бомбить. Вот, уже начали свою бомбардировку, блин. Так, тихо, ребята. Отбегаем подальше. Они тут у нас еще и щитами. Значит, и для бойца, и для танка. Хорошо. Давайте-ка как-нибудь аккуратненько с ними разберемся. Минус один. И вот этого надо нахлобучить. Вау-вау-вау, ай, черт, задело волной, ребята. Ну, ничего страшного. С хпшками пока у нас нормуль. И внизу, я смотрю, именно для танка стоит чудило. Все, давайте его раскромсаем. Ну, что ты там крякаешь, а? Черт, подери. Угу, разбомбили. Поехали, ребята, дальше выше подниматься. Что у нас тут будет? Турели опять. Так, здесь, значит, нужно пробежать. Опа. Так, а тут надо вот так. Теперь наверх. Ага, вот, значит, как они делают. Оу, я этот сундучок хочу вскрыть. Ну-ка, давайте-ка так попробуем. Опять котик летит. А что он показывает мне? А, стрелочку, типа, идти наверх не надо. Ладно, тут у нас еще бочки, я смотрю, лежат. Дайте-ка мне... вскрыть их. Деньги. Деньги нам всегда нужны, ребята. На них мы покупаем скиллы. Так, отлично. И рюкзачок с аптечкой и сброс ремонта. Кстати, сброс ремонта, ребята, я понял, что это. Это дает тебе откат нашим скиллам. Так, тихо. Это что за хламоны тут? Ни с того, ни с сего вдруг взялись, а? Как говорится, на самом выходе. Надо их уничтожить, обязательно уничтожить. Чем меня раздражают солдаты, так это своим хитрым вот этим ударом, выпадом. Эти-то ладно, просто бегают там и бомбят. А вот солдаты, любители мечом тебе потрепать нервишки. Так, аптечка, шикарно. Ага, выходим. Что это у нас тут за поле такое? Так, аптечка еще одна. Ну, давайте тогда я уже вскрою здесь все эти сундуки, потому что неизвестно, что у нас там наверху сейчас будет. Так, еще два сундучка. Люди, не позвольте нарушителям добраться до Минетия. Начинаем операцию «Куча мала». Опачки, ребята. Маньяки Минетия. Щет.
Блин, ну ладно. Так, он в броню встал. Он встал в броню. Ох ты, я думал, что он не пробьет меня. Нет, пробил все-таки, а? Через баррикаду. Блин, еще два робота вышло, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Турели эту надо обязательно шлепнуть. Она, как говорится, нам здесь мешаться только будет. Ну что, два робота. Что я там получил, не понял я. Новый уровень щита снаряжения, что-то такое. Ох-хо-хо-хо-хо, зажимают, ребята. Черт, я ничего не вижу, что там происходит, блин, в этой куче малей, действительно. Ну-ка, где моя вертушка? Почему нет вертушки, а, ребята? А, ну правильно, у меня откаты одни идут сейчас. Ну, значит, будем бегать, пока она у нас не накопится. Так, ну что, вроде бы все нормуль. Так, хорош тут прыгать уже, буянит он мне. Минус один, минус два. Так, турели две, они для... Ага, для танка, понятно, они под щитом, под синим. Значит, мне с ними не справиться будет. Так-так-так, ох, прыганул все-таки гаденыш, а. Так, давайте вот эту вот еще быстренько расколбасим. Хе-хе, раскидал всех. Слушайте, они задолбали уже, честно говоря, вставать. Вот этот щит, который не пробить вообще никем. Ни воинам, ни танкам. Так-так-так, ага, я тебя расколол. Я так и думал, что ты сейчас будешь делать вот этот выпад дурацкий. Хорошо, они все без защиты, ребята. Их просто можно колбасить. Опачки, танкуля. Вся надежда на тебя. Давай-давай вот этого мелкого. Опа-на, готов. Блин, турели меня нервируют, ребята. Турели, потому что они стреляют. Да и мне надо как-то бойца моего хильнуть, а. Ай-яй-яй-яй-яй. Успей, нет? Ну, отлично, есть. Есть контакт, ребята. Давайте вот этого... Все, мы его грохнули. Аптечку поднимем. И вот этого роботеку тоже давайте добьем, наверное. Все, осталось тут турелечка и воин. Так, воин у нас для бойца. Опа, мимо. Сейчас, сейчас, ребята, снимем ему щит и добьем. Все, сгорел на работе, ребята, он. Так, я так понимаю, что мы прошли уровень вот этот. Сейчас мы получим наш заветный сундучок. Глянем, что там нам достанется. Деньги и странный ящик из Пандоры. Хм. В сундуке другой сундук. Ух, и его заело. Наверное, откроем, когда вернемся в лагерь. Получен странный ящик. Вернитесь в лагерь и активируйте его, чтобы получить нечто особенное. Миссия выполнена. Хорошо. Давайте-ка мы с вами вернемся и посмотрим, что у нас там в этом сундучке. Позже той же ночью. Спят оболтусы. У кого-нибудь еще дрожат руки? Да, у меня. Мы так давно планировали это, и завтра мы действительно это сделаем. Вы подумайте, мы же пытаемся победить титанов. Возможно ли это вообще, даже со всей нашей тренировкой? Уже то, что их осталось всего четверо, означает, что победить их возможно. Они потом воскреснут, но не раньше, чем через 100 лет. Миру хватит времени, чтобы залечить раны. Я понимаю, что это возможно вообще. Я не о том. Не знаю, сможем ли мы это сделать. И даже если нам это удастся, что если лучше не станет? Что если война продолжится? Может, Менетий был прав. Ведь все, если хорошо подумать, сражаются за свои принципы, говорит Трис. Думаю, это и пугает меня больше всего. Что если копнуть? Между нами, возможно, нет разницы. А у меня просто руки замерзли и дрожат. Ага, у меня тоже замерзли. Трис, ты чудо. Вот и поговорили. Прости, я тебя не слышала. Что? Мэг, как всегда, на своей волне. Так, ну что, ребята, вот мы и на базе. Давайте глянем с вами, что это за ящик. Открывает скидки? Скидки где, в магазине, что ли?
Похоже, вы, девушки, нашли ящик Пандоры. Он содержит самый ценный предмет, который вам когда-либо приходилось видеть. Это VIP-скидка в мой магазин. Только не верьте этому названию, это всего лишь способ заставить вас потратить больше денег. Поздравляю с вступлением в VIP-программу. Теперь каждое улучшение, которое вы приобретете для любого персонажа, даст тебе скидку на все будущие покупки, сделанные из твоего профиля. Ха, вот так вот, ребята. Так, ну денежек у нас нормально, так что давайте, наверное... Так, а может быть давайте лучше у танка что-нибудь изучим? Даже и не знаю, ребят. Так, давайте молот вот этот вот. Ага, сокращает ремонт, то есть откат. Понятно. Что нам еще нужно купить и для кого главное? Так, рассказывает о боли. Давайте, наверное, мы силы возьмем себе, да? Рост сил. Мышцы — это красиво. Увеличивает силу. Все, ребята, денег больше у нас не осталось, к сожалению. Так, увеличивает технику. Все. Так, ну что у нас здесь? Есть один чертеж, но денег у нас уже нету. Так что давайте продолжать, наверное, с вами наш поход. Так, давайте я сейчас... Отлично. Отлично бьет. Слушайте, а что я выучил за удар-то у нее? Я так и не понял, а? Дайте-ка я, ребят, посмотрю. Что-то я не врубился. Вроде бы что-то изучил, но почему-то не действует это. Так. Алекс калашматит, да успокоится. А, просто ускоренный откат. Все, ребята, ничего такого страшного нету. Ремонт, 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 ремонт. Ладно, пойдемте на карту. И что тут у нас? Судя по эмблеме, это у нас Минити. Я на него не пойду, ребята, сейчас. Я хочу... Давайте мы с вами вот сюда вот, к ядру пойдем. Потому что Минити это уже босс, я так понимаю. А мы сейчас вначале вот здесь вот посмотрим, что здесь будет. Так. Тетрабиблас. Что это за тетрабиблас еще? Так, отлично. Побежали. Ой-ой-ой, что это такое? Так скользко, что ли? Или... Ого, где мы? Эрин, есть идеи? Я не уверена, но одна догадка есть. Я бы сказала, что мы попали в какую-то червоточину. Червоточину? Хочешь сказать жопу червя? Червожопину? Мы в червожопине? Нет, не в такой жопе. Я имела в виду разрыв пространства, через который можно очень быстро путешествовать на огромные расстояния. Ага, понятно. Вообще не могу понять, мы летим или бежим. О, круто, нам, наверное, повезло, что эта червоточина не привела нас в стену. Или не превратила нас во что-нибудь. Повезло, шанс наткнуться на червоточину в таком удобном месте астрономически мал. Нет, она здесь не просто так, а это, скорее всего, значит, что входить в нее безопасно. Это факт. Да, но куда она нас приведет, я так и не понял. Мы бежим, бежим. С твоим выходом можно поспорить, но раз уж мы все равно здесь, давай просто пойдем вперед. И мне кажется, прежде чем размышлять, почему червоточина здесь, нам стоило бы выяснить, кто ее сделал. Ага и Мэг, есть просьба, хватит приводить нас к червоточинам. Но она же была прямо здесь. Вообще, о чем они сейчас говорят, я не понял. Что это еще такое здесь? Не понял. Ага. Так, а если мы сюда пойдем? Трепещущая тень танка. Хорошо, а это что? Фалойскому лесу. Так, а здесь у нас тупик. Ну, пойдемте тогда вот сюда сходим. Что это у нас вообще здесь такое будет? Трепещущая тень танка. Внимание. О, драться что ли опять? Так. Подожди, это что такое? Ага, это у нас турель... Бомба, ё-моё. Да, ребята, это бомба, потому что у нее идет отчет. Так, отлично. Бинго. Отлично. Так, эту как
Ага, вот так вот, значит. Ёлки-палки. Так, ребята, а наверху идет отчет. То есть нам нужно уложиться и во время, и как можно быстрее их забомбить. Иначе они взорвутся. Я не знаю, что будет, если они взорвутся. Но думаю, ничего хорошего не выйдет. Так, отлично. Здесь тоже добиваем эту. Так, теперь эту через стену нужно. Да что ты делаешь-то? Вот, отличненько. Оу, ноу. Так, ладно, хорошо. Вояка. О, не понял. Ё-моё, нифига, тут, короче, бесполезно. Ладно, давайте-ка переиграем, ребята. Ну, я так понимаю, что нашим воинам здесь делать нечего, потому что они в синей защите, а это значит для танка. Хорошо, давайте по-быстренькому. Да что ты делаешь-то? Так, долетаем. Ну, я так понял, они появляются в одном и том же месте, как и было. Так, замечательно. Этих сейчас мы здесь расколбасим. Этих тоже. Вот так и вот так. Замечательно просто, ребята. Да ну нафиг, хорош врезаться-то, а. Ну что, ребята, осталось совсем немножко. Так, вот эту вот. Ну, вот эту. И вот эти вот четыре. Супер криком. Да, получилось. И что нам дадут? Ага, сундучок. Ну что же, хорошо, сейчас посмотрим, что у нас в сундучке будет. А выпадает нам чертеж, ребята. Плащ быстроты со скоростью пледа. Ну, я так понял, это именно для меня, для танка. И миссия пройдена. Так, понятно, значит, здесь мы все прошли. И куда нам теперь надо идти? А, мы на базе, оказывается, у себя. Ага, хорошо. Но денег у нас маловато, потому что мы толком даже не подрались. Да. Так, а здесь... Ага, вот. Ну-ка, что мы тут с вами? Плащ быстроты. Все равно не хватает, ребята, у нас денег. Так что, хочешь не хочешь, а на карту придется возвращаться. Фалойскому лесу. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь. Где-то в середине леса вылезли. Даже не могу, ребята, двинуться никуда, ни в одну сторону. Ладно. Непонятно, конечно, что все это было. Ну что же, остается нам только идти на босса, что ли, так? Да. Черт подери. 1-6, метеора. Меня волнует только одно. Сможем ли мы его победить или нет? А остальное, в принципе, все фигня. Так, приподнимаемся с вами. И, наверное, будет сейчас какая-нибудь арена. Ну, наверное, вот здесь мы и будем драться. Опа! Фурии, добро пожаловать на Метеору. Первый в мире спортзал на высоте. Строительство еще не закончено. Даю последний шанс. Присоединитесь ко мне, и вместе мы поставим этот мир на колени. Нет, Минотий, больше мы не будем с тобой разговаривать. Мы пришли, чтобы драться, так что готовь кулаки. А что, если в придачу к мировому господству я предложу вам бесплатные пожизненные абонементы в этот спортзал? Нет, спасибо. Ха-ха-ха. Я сражен вашим упорством. Вы были хорошими союзницами. Но противницы из вас тоже ничего. Приблизьтесь, узрите силу совершенства. Ну что же, ребята, понеслась фурии против Минети. Так, давайте-ка начнем. Что он делает? Ага. Ну, он у нас, я так смотрю, как этот. Как Минотавр, типа того. Ё-моё, это что еще такое за метеоритный дождь? Да ладно, хорош, успокойся уже. Блин, солдаты тут еще выбежали. Надо тут бегать. Так, 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 так. Я не могу понять, они за мной или они хаотично, эти метеориты падают? Так, давайте-ка этих
мелких разобьем помаленьку. Достали они уже здесь в поле. Ага, здесь еще есть красные. Значит, это еще и для вояки. Понятно. Слушай, ну этот, смотрите, как его там, Минетий. Толком-то ничего не делает, прыгает как идиот и все. Пока для меня вот эти солдаты больше предоставляют неудобства, чем сам Минетий. Вот мы до него и добрались. Ага, не тут-то было. Так, что такое, блин? Оу, ты смотри-ка. Все-таки меня поймал. Так, давайте убегать, убегать, убегать. Этот метеоритный дождь уже на самом деле запарил, если честно. Блин, как говорится, не постоять даже. Ни секунды. Так, куда он там прыгает? Опа. Хорошо, что у меня, ребята, есть щит. Который он просто не может пробить. Вот так, видите? Но щит заканчивается. Это тоже не надо забывать. Так, иди сюда, хламон. Дудки тебе. Ой-ой-ой-ой-ой. Чуть не попал, ребята, чуть не попал. Куда он прыгает? Так, надо его ловить. Ребята, пол хп мы у него отобрали. Ага. Я так понимаю, это вторая фаза. Ну да, ребят, все разделено. Смотрите, там у него. Так, кто у нас здесь? Оу, тихо, тихо, тихо. Вот только этих еще не хватало мне здесь в придачу, а? Так, пока я вояка. Ой, пока я вояка, пока я танк, надо бить синих. Потом с красными разберемся. Черт подери. Так, у одного щит исчез. Давайте теперь вот этого мелкого. Мелкий готов. Невнятный этот. Замечательно. Ну, куда этот Минетий? Блин, так охота его назвать Минотавр, блин. Может, его назовем Минотавром пока, а? Минетий, Минетий. Прыгает. Мимо. Так. Тихо, давай вот этого. Да что ж такое-то? Ну, блин, да. Черт. У бойца ничего нету, не прикрыться, ничего, блин. Только отпрыгивать он может, и все. И это, вертушка у него. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, готов он там или нет, не вижу нифига. Слушай, по-моему, мы его сделали. Давайте бить Минотавра. Ага, не тут-то было, блин. А вот против дождя, ребята, почему-то щит не помогает. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Держимся, ребята. Аптечку нужно взять срочно. Мне нужно моего танка рисануть обязательно. Иначе я проиграю здесь. Потому что боец ровным счетом ничего здесь не сможет сделать. Блин. Отлично, бинго, как говорится. Так, бегаем, бегаем, бегаем. Прыгает куда-то. Он когда приземляется, у него очень большая волна исходит. И в нее тоже желательно не попадать. Давайте-ка пропишем. Ёлки-палки, какой он жирный, сколько у него хп. Да еще этот дождь метеоритный, он на самом деле достал. Вообще ничего не могу сделать, ребят. Вроде и хочу как бы подорваться к нему, но не могу. Вот и приходится делать короткие серии ударов. Отлично у нас получилось. Что, 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 что? Ага. Дудки. Щит. Ха-ха. Вот это да. Так, ребят, по-моему, последняя фаза. Ай, блин. Давай, 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 быстрее. Резай, 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 резай. Отлично, молодец. Так, а это у нас кто такие? Ага, маленькие, маленькие эти. Минетийчики. Тоже такие же в шлемах с рогами. Так, это у нас синие. Это для танка. А вот этот вот как раз для бойца. Нормуль. Черт подери, а. Давайте. Оу, нет, 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 нет. Блин. У бойца тоже хп просто вообще нету. Ну давай, 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 родной, давай. Ай-яй-яй, дождь этот. Так, отлично, ребята. Практически, блин, еле-еле выживаем.
Да ладно тебе, да что ж такое-то? Вот если сейчас на меня один метеорит приземлится или минети, все, мне кранты. Вы прекрасно видите сами, сколько у меня хп. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо, дайте мне ее рисануть. Отлично, успел. Успел все-таки. Так, усиление урона. Слушай, смотри, этот мелкий дрищ тоже себе ставит какую-то ауру периодически. И все время возле этого Минетия крутится. Оу-оу-оу-оу. Нет, живу-живу еще, ребят, живу. Так, тихо ты. Да что ж ты будешь делать, блин? Стрелять. А, нет, не стреляет. Как мне его подловить-то, а? Ага, не тут-то было. На что мне, по-вашему, щит дан? Олухи. Ну-ка. Давайте, давайте. Добили? Вроде бы добили. Да, и меня тоже прибило. Ай-яй-яй-яй. Давай, давай, резать. Ой, нет, никак не получается, ребята. Не получается. Ну, хотя птичку дали. Это сейчас побежит, да, наверное, нет? Бежит, бежит. Опа. Есть возможность успеть. Оп. Раздавил, гаденыш. Но я еще живу. Так, осталось немножко у него хп, ребята. Ну как немножко, относительно. Не знаю, что он сейчас тут будет еще чудить. Но подойти к нему явно невозможно. Этот метеоритный дождь просто мне не дает ничего сделать. Придется только лишь бегать. Так, так. Блин, я только сейчас увидел, что его звать Титан Волнолом Минетий. Полностью Волнолом. Тихо, ребята, тихо. Вот этот вот удар обалденный. Но он не удар, он больше, наверное, скорее всего, как бы, чтобы избежать стычки. Ну, меня, по крайней мере, он выручает. Оу, щит. Блин, как же я так проворонил-то. А, он мне пробил щит, оказывается. Ну да, правильно, у меня очень мало было запаса. Поэтому все понятно, как так вышло. Так, ребята, осталось совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Так, мимо. Ну что, ребята, в общей сложности я могу сказать, что не такой он и сложный. Хе-хе. Наверное, больше прислуга его на мне доставляла хлопот и метеоритный дождь, чем сам Минетий. Фурии, почему вы сражаетесь? Прометей мертв, он вам не поможет. Мы деремся, потому что должны. Прометей вернется, но человечество может до его возвращения не дожить. Ха, вы думаете, под его руководством мир будет идеален? Какое простодушие! Мы боролись раньше, боремся сейчас и будем бороться, когда он вернется. Может, мир и не был идеален, но он был гораздо стабильнее, чем сейчас. И мы всегда можем пытаться снова и снова. Перед моими глазами прошли тысячи поколений. Стабильность противна вашей натуре. Ваша жизнь слишком коротка, чтобы понимать, что плохо, а что хорошо. У меня мало времени, но я успею предостеречь вас. Титанам Кою и Лелантосу нельзя позволить выиграть эту войну. Пусть наши с вами идеалы не схожи, но все-таки я сражался за человечество, а они сражаются только за себя. У меня к вам последний вопрос. Сестр, вы вообще качаете... Вы вообще качаете-то... Все, отдуплился Минетий, ребята. Да-да, мы качаемся. Если ты хотел это спросить. Ох ты, смотрите, какой у нас сундучок. Золотой. Рог Минетия. Игрушечный рог, найденный над очагом Минетия. Хо-хоу, шикандос. Ну что же, возвращаемся, я так понимаю, к себе на базу, ребята, да? Да, именно так. И заодно посмотрим, что это за рог, что он нам даст. Кстати, а сколько мы денег заработали? Ну, по-моему, не очень много, да? Так, что он дает? Рог Минетия. Ну, давайте активировать тогда. Теперь танцы. В плане. Какие танцы, о чем ты? А, нет, смотрите, ребята, у нас... Ох, сколько золота, ё-моё. 7500. Ну, практически. Так что давайте наслаждаться.
Так, ЗД обязательно нужно танку. Потому что я смотрю, танк у меня вообще рулит здесь просто-напросто. Со своим щитом практически непобедим. Жалко, здесь нельзя щит улучшить. О, бешеный бык. Это новый скилл у нас, ребята, будет. И отбойка. Давайте, наверное, бешеный бык выучим, да? Усиливать урон будем. Ну вот как раз, когда рывок делаем, если 1,5 секунды в рывке и после этого ударяем, то будет очень больно нашему врагу. А вот и чертежики у нас, ребята. Что это такое? Плащ быстроты со скоростью пледа. Так, новое. Вот смотрите, что лучше. Вот я смотрю, вот технический урон, заряд. Вот этот как-то получше, да? Но здесь скорость 6,5 все-таки. Да, такой трудный выбор. А здесь у нас, ребята, что? Иорданские тапочки. Удар в прыжке равен бомбе в пике. Ага, то есть если он приземляется, он будет как бомба, да? Я оставлю их, конечно же, ребята. Так, ну что, деньги есть? Мало есть, но все-таки хватит нам что-то прикупить нашему бойцу. Так, силу увеличили. Все. А это что такое у нас? Не понял. А я могу только гитару взять? Да, ребят, только гитара мне подходит. А танк что тогда будет? Ага, микрофон. Слушайте, а что, неплохо. Минетий нам подогнал подарок. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте на этой ноте я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Лайк, если вам понравилось. И мы увидимся с вами уже в следующих видосиках. А на этом все. Всем пока и до скорого.